И снова всем привет! Сходила я еще в магазинчик, докупила Лене подарочков. Вчера на рынке купила ей на новогодний подарок вот такую вот, она хотела, такую вот кофточку. Сейчас очень модные. Они есть с котиками, есть с совами. Такая кофточка с пайетками. Пайетки меняют свой узор. То есть, если вот у нас сова с желтыми крылышками желтыми, если провести вот так вот рукой, она становится с черными. Видишь? Угу. Классно, когда? Да. Они сейчас моднячие, она хотела такую вот. Это единственный размер, который на нее, хотя написано 13-14, нам 10, но будет на нее как раз. Вот такая вот кофточка. Стоит она 200 гривен. Это на рынке 200 гривен. А заходила я в магазин, ну, на рынке, которые уже магазины такие закрытые, там гораздо дороже, 320 и так далее. Цены дороже. И то я торговала ее за 190, очень удачно купила, но, правда, долго искала ее размер. Так. И вот такую вот футболочку. Заходила я в магазин, у нас есть такой магазинчик, называется Евросток. Вот такой вот. И там как раз в этот день была скидка 50%. То есть я взяла ей футболочку, которая стоит 79. Вышла она мне со скидкой 50%, получается 39,50. Она у нас помешана на всяких котиках, котятах. Вот такая вот футболочка на лето. С красивым котеночком. Думаю, ей понравится. Она в хорошем очень состоянии, то есть вещь как новая. Вот такая. Так, и купила я сладости ей. Значит, решила вот эти вот, которые вот домики разные, ну, уже готовые подарки, сладости, не покупать, потому что мне не нравятся какие там конфеты. То есть мне лучше купить какую-то красивую, то ли коробочку, то ли пакетик. Я взяла в ВТБ вот такую вот сумочку с ручками, 12 она с чем-то стоит. И нагрузила сюда, что считаю нужным, всякие шоколадочки и конфеточки. Так, значит, вот такую вот штучку взяла. Не знаю, как это назвать, зефирчики по 7 с чем-то гривен. Вот такие вот зефирки. Так, ее любимые орешки, арахис со вкусом бекона. Один баунти. Так. Вот такая вот, она любит такие всякие, это жевательные, как жвачка, но она тает, сладкая такая, жевательная какая-то, она мягкая такая. Штучка. М&М'сы. Вот такие вот. Сникерс один. Такой. Вот эти вот. Это наподобие. Вот этих штучек тоже. Там их, по-моему, что штучек, не знаю, штучек 8, наверное. Такие, как жвачки, тоже они сладкие, тают. Их жуешь, они тают. Тропический вкус, какие-то они разные вкусы. Так, конфетка на палочке. Оп. Дальше шоколадка вот такая вот. Миллениум ВТБ 20 гривен, если не ошибаюсь, стоит белый пористый шоколад. Так. Дальше две вот таких вот жевательные конфетки. Тоже они тают. Не жвачка, а именно конфетки. Так, ну и сухарики мы редко покупаем, потому что они, ну, вредные. Ну, думаю, возьму. Вот. И еще хочу, еще добавим им мандарины, какие-то шоколадные конфеты. Еще завтра все равно будем в магазине. И хлеб надо покупать, потому что зашли сегодня в наш магазин, и мы берем постоянно хлеб. Хлеба нет, все разобрали, ажиотаж полный. Поэтому еще подкупим каких-то сладостей, ну, конфет, да, шоколадных, сладких. Так, а, и еще наклейки. Она ведет свой дневник, она вылаживала там свои видео, где она рисует, в нем там что-то клеит, и у нее в ходу вот эти вот всякие наклеечки. Поэтому им она будет рада. Так, и вот такую вот штучку, то ли брелок, то ли что. Сейчас очень модно вешают на сумки, на портфели, всякие вот такие. Ну, он чуть-чуть примялся. Такой вот помпон. Или как их называют, да? И меня покорило то, что он с ушками, вроде как котик. Ну, почему-то лица, мордочки у него нет.
Но ушки есть, это котик, это самое главное. Котик – это класс. Вот такая вот штучка. Тоже она недорого, она в книжном магазине 38,50 обошлась. И зашла еще в магазин, который вот раньше были все по 5, все по 10. Вот такие вот салатники по 18 гривен. У нас они дома в ходу, потому что мы и суп с них любим кушать, и первые блюда. В микроволновке в них классно разогревать. И у нас периодически все равно посуда бьется, то там куснули, то там уронили, поэтому всегда подкупаю вот такие вот салатнички. Ну, довольно-таки толстое стекло, добротное, поэтому буду еще мимо идти, еще парочку надо взять обязательно. Хорошие, 18 гривен. И досточка. Значит, ранее пользовались досточками всегда деревянными. Но после того, как попробовала пластмассовую, поняла, что пластик все-таки лучше. Потому что дерево, оно то пятна на нем остаются, какую-то рыбу на нем порезала на деревянной досточке. Все, какие-то пятна, запах, все это впитывается. А пластмассовой цены нет. Это я уже покупаю третью досточку такую. Очень классно. И стоит всего лишь 15 гривен. У нас уже две есть, и думаю, еще на дачу возьму. Классная штука такая. Вот. Вот такие вот покупочки. Думаю, ребенок будет рад. Хотела она в этом году, конечно, Ферби. Ферби это говорящего, интерактивного, такой-то, я не знаю, гоблин какой-то, я даже не знаю, кто это такой. Сейчас такие мультики, ты не поймешь, что это за животное, да? Не, хотя раньше тоже Чебурашка была. Так никто загадка, он или она, да, Чебурашка. Это самое. Но Фёрби в интернете, я смотрела, стоит 2000 и больше. Поэтому такой подарок мы сделать не можем. Тем более впереди еще у Лены день рождения 25 января. Надо покупать уже какие 10 лет, круглая дата, первая круглая, да? Уже какой-то подарок конкретный. Поэтому мы так чуть-чуть по минимуму, недорогие подарки. Ей взяли. Вот так вот подкупила еще подарочков. Кому понравилось наше видео, заходите на наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всех с наступающим. Всего доброго, пока-пока.